рады за запрошение. Сегодня у нас есть прекрасная возможность поработать вместе, посотрудничать с нашими коллегами, с депутатами Львовского городского совета. Мы сегодня имели встречу с мэром, с Андреем Ивановичем Садовым. Что нам интересно? Нам интересно все, что делается в городе Львове, поскольку город Львов – это, как вы знаете, звезда Украины. Сегодня произошла встреча, она такая объединительная. Город Мариуполь, который представляет, можно сказать, самый крупный город, который находится под украинский город, скажем так, в Донецкой области, который связывает сейчас наша встреча две стороны Украины. Город Львов и город Мариуполь. Нам интересно было сегодня, мы общались с мэром, нам интересно получить ваш опыт по работе с международными финансовыми институтами, с международными организациями, с международными демократическими институтами, поскольку долгое время на юго-востоке Украины демократия существовала только на бумаге, на самом деле было жесткое авторитарное правление. И сегодня мы хотим именно с города Мариуполя начать демократизацию нашей части Украины, и сближаясь с такими городами, как Львов, как Ивано-Франковск, как другие города, мы хотим именно развивать демократию и начать поход в Европу со своей стороны именно с помощью наших друзей, наших товарищей из города Львова. Более того, сегодня я уже говорил, 20 лет тому назад, в 1994 году, город Львов и город Мариуполь стали городами-побратимами. И сегодня такая знаменательная встреча, через 20 лет побратимы встретились и занимаются совместной работой.